Здравствуйте! Сегодня я хотел бы показать свою новую посылочку, которую я заказал не так давно. Посылка была доставлена из Москвы. Я люблю всякие вкусняшечки, и посмотрим так называемый яблочный сыр. Очень много наслышан про этот яблочный сыр. Многие покупатели пишут, что это что-то с чем-то очень вкусное, очень полезное. Но, конечно, стоит это не дешево, но посмотрим, как это будет по вкусу. Итак, доставочка из города Подольска, Московская область. Естественно, ссылку на посылку, я буду стихотворение, ссылку на посылку я оставлю после комментария. О, 2 килограмма и, видимо, подарок. Пакетик с надписью «Попробуй яблочные палочки без сахара». Кстати говоря, я это читал в описаниях на сайте, сайт непосредственно продавец, это и производитель, что эти палочки должны быть хрустящие. Но вот я нажимаю их, они достаточно мягкие. Итак, что у нас в пакетике? А у нас в пакетике две большие лепешки. Лепешка 1, которая весит килограмм, ну, такое ощущение, чуть больше даже, чем килограмм. Орех и корица. И посылка номер 2. Яблоко. Правда, мне казалось, насколько я помню, что я, ну, может быть, и орех и корица. Может быть, и орех и корица. Итак, я кусочек отрезал. Вот посмотрите, какой он консистенция внутри. Достаточно плотненький такой. И это называется яблоко. По запаху, ну, как пастила, наверное, яблочная. По консистенции, как сухофрукты. По вкусу, как яблоко сушеное. Этот яблочный сыр без сахара. Энергетическая ценность 100 граммах продукта 989 килоджоулей или 236 килокалорий. Срок годности 12 месяцев. Дата изготовления и упаковывания 14 февраля. То есть только сделали, отправили. Итак, это было яблоко. Следующее, я открыл орех и корица. Посмотрим, сравним внешний вид. Орех и корица чуть-чуть посветлее. Так, вот орех и корица. Консистенция та же самая. Вкус очень похож. Я бы даже сказал, вкус более яблочный, чем предыдущий. Ну и посмотрим последние. Это яблочки, которые были изготовлены 16 января 2022 года. Данный продукт можно приобрести в нашем магазине, написано. Энергетическая ценность в 100 граммах, 170 килокалорий, 691 килоджоуль. Что это за палочки? Тоже просто как пастила. Я думаю, это фактически она и является. Интересный такой, как воздушный какой-то пластилин или как зефир. Да, обычная пастила. Без сахара, что в принципе должно быть полезно. В принципе, любая пастила, которая без сахара, она полезна, она является диетическим продуктом, не сильно калорийным, ну, достаточно средний калорий, универсальный калорийный такой. То есть тут 170 килокалорий всего-навсего. Ну, конечно, много этих палочек не съесть. Ну, в общем, продукт полезный, достаточно вкусный. Это на любителя. Вот я, например, люблю пастилу
Я очень люблю всякую пастилу, которая продается в магазинах. Не буду говорить известного производителя. На букву Б я обычно покупаю. Мне очень нравится. Регулярно ее покупаю, регулярно кушаю ее. Вот. И вот эти продукты очень похожи на данную пастилу, но в силу того, что, во-первых, килограммовые шайбы, они вышли намного дешевле, чем пастила, которая в магазине. А так, как вариант, очень даже неплохо. Так что рекомендую.